крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданно.
необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие заключено.
Protégez la naïf. Yeah!